Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех рад прошу канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике я хочу вам показать, как буквально за 2 минуты с вложениями в 20 центов заработать легкие, просто легчайшие пару соток зеленых на аккаунт. И самое важное, что этой раздаче не нужно будет ждать полгода, год, 2 года, как L0 и так далее. Раздача произойдет уже через 2 недели. И я вам серьезно говорю, я вообще прям, ну, не преувеличу. В общем, обо всем по порядку расскажу и покажу. Также хочу сказать, что в конце видеоролика я, как и обещал, проведу розыгрыш $15 под видео о игре Лог. Ну, то есть, сделаем, выберем победителя. Победитель пускай мне отпишет, скинет свой ID игровой ID. И я скину $15. Хочет, пускай покупает набор в игре и зарабатывает. Хочет, может, просто потратить на пиво с сишками. Как угодно, ребят. Каждый делает, как он хочет. В общем, поехали обо всем по порядку. Кстати, хотел бы вам сразу же также напомнить про наш телеграм-канал. Все самые топовые, актуальные темы изначально публикую туда. Ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Потому что, ну, туда все идет сразу прям быстро и актуально. В общем, о чем пойдет речь, ребят? А речь у нас пойдет о пасах от сети OpenBNB. Кто не знает, кто не помнит именно на Element Market. Объясняю, рассказываю. У нас на Element Market были, давайте откроем, посмотрим, хай-пасы BTC, то есть пасы в сети биткоина, которые я тоже, кстати, разыгрывал. У нас были элемент пасы стандарт, которые попадали сейчас в цене. Были пасы элемент Genesis. То есть все эти пасы дают токены в сети, ну, то есть на площадке Element Market. Я думаю, это все знают и так далее, и так далее. И вот сейчас давайте открою, покажу. Уже написали, что... Вот, the first shot, живое мероприятие, элемент OpenBNB. Описание, что нужно сделать? Все максимально просто. Купите одно NFT на элемент OpenBNB Market, зарегистрируйте один NFT на элемент OpenBNB. То бишь, нам нужно купить одно NFT в сети OpenBNB и продать ее, то есть выставить на продажу. И таким, тем самым мы попадаем в whitelist. Давайте далее. И график проведения мероприятия, значит, с 13 по 27 сентября нам нужно купить, продать и получить награду с 9 по 20 октября. Ссылка на монетный двор подлежит уточнению. То есть, когда будет ссылка на минт пасса, будет известно далее. Теперь, почему я говорю пару соток? Давайте я покажу фактами. Значит, откроем сейчас торги и посмотрим, почем. Короче, я не буду сейчас долго, не хочу терять ваше и свое время, поэтому смотрите. В данный момент пассы в сети биткоина, которых supply был 8000 NFT-шек, в данный момент их на рынке 3200, стоят по сколько там? Ну, грубо говоря, по $10 за NFT. Изначально, когда произошел только, да, листинг пассов, они продавались и по $200. Пускай они, OpenBNB, неизвестно какой будет supply, поэтому сложно сказать о цене. Но, ребята, смотрите, как ни крути, это легкие могут быть $10-$50, просто легчайшие, ну 100%, это первое. Второе, почему нельзя пропускать, элемент прям заактивизировался, сейчас вот минт какой-то, пас и так далее. Давайте открываем сеть OpenBNB и уже перейдем к работе. Значит, вот здесь мы меняем сеть на OpenBNB, переходим, подключаем наш кошелек. Ой, нет, давайте мы сейчас сделаем вот таким образом. Я не знаю, почему у меня Zerion не работает. У всех работает, мне пишут, что у меня не работает. Поэтому я у себя Zerion отключаю, буду на элемент пользоваться MetaMask, а вы как будет вам удобно. Значит, меняем сеть на OpenBNB. Как ее пополнить, я сейчас тоже расскажу. Кстати, когда мы будем пополнять сеть, мы еще поучаствуем в этом, в L0 и в Polyhedron. Ну, короче, нормально, цепляем сразу несколько. Значит, вот, смотрите, я переключил. Вчера я уже купил себе вот таких вот 3 штуки, опять же, для выполнения, естественно, чтобы получить минт-пас. Что нужно сделать, чтобы, ну, у вас появился BNB-шки в этой сети? Переходите в ZK Bridge. Я думаю, все знают, кто занимался L0, Polyhedron и так далее. Ничего страшного. Здесь у нас есть вкладка OpenBNB. Коннектите свой кошелек, естественно. Вот мой кошелек, он законнектен. И просто бриджите обычный BNB в сети OpenBNB Mainnet. Стоит это копейки, то есть условно давайте 0.01, там, ну, $2 получается, да, 2 с копейками. Давайте посмотрим, сколько будет стоить. Угу, не законнекчен. Оп. Оп. Ну, то есть, вот, глаз $26. И все, вы нажимаете кнопку «Подтвердить», и ваш BNB уходит в сеть OpenBNB. Отлично, сделали. Идем дальше, возвращаемся на площадку, открываем, значит, элемент. И нам нужны коллекции в сети OpenBNB.
Я минтил вот с вот этой коллекции. Видите, стоит галочка, чтобы наверняка все было четко, ровно и прошло. Открывайте вот эту коллекцию. У вас есть несколько BNB для условия выполнения получения VL, да, то есть минтпасса. Открываем. Нажимаем купить. Сейчас написано одну. Я рекомендую вам сделать хотя бы несколько. Сменить сеть. 14 центов. Все, 14 центов с учетом комиссии, 22 цента. Можете опять же нажать рынок, уменьшить комиссию. Ну ладно, давайте уже будем серьезные. 22 цента можно пережить. Вы ментите, нажимаете, ну давайте купим, что нет, у меня есть там в сети BOP, BNB. Еще одну пускай будет, я 4 поставлю на продажу обратно. У вас 14 центов, окей, окей. Вы купили, соответственно, что мы делаем дальше? Открываем, открываем мои NFT. Нажимаем список для продажи. И выставляете, ну, не надо, ребят, тоже там выкаблуниваться, да, вы на этом не заработаете, давайте будем честными. Ставим, ну, вот, то же самое, 4, 5, вот, 6 даже, вот, 13 центов, все. Нажимаем листинг. Подтверждаем транзакцию, одобрить. Собственно говоря, это все. Ну, это прям все. Вот нужно было одну купить и поставить ее на продажу. Чтобы наверняка можете это сделать на несколько. А будете ли нет, ребята, тут уже смотрите сами. Опять же, вложения копейки. NFT могут стоить неплохо, могут стоить, ну, и не очень важно. Но не забывайте, я не сказал же самое главное, ребзи. Все, я выполнил условия, я теперь жду, когда будет вкладка, появится ссылка на минт пассов, на страничку. И все, ну, и... И будем минтить, значит, смотрите, где. Каждый, вот, распределение вознаграждений. Каждый NFT получит потенциальное распределение вознаграждений. Ну, то есть, будут какие-то плюшки. Это будет дроп токенов перед листингом. Либо, может, просто денег накинут. Либо каких-то топовых NFT. Непонятно, но что-то могут дать. Еще раз напоминаю, что все пассы, которые раньше минтились на Element Market, они стоили, вот, и даже сейчас Genesis стоит, там, Element Genesis, там, $200. Был 250, 300, $400. Элемент стандарт, ну сейчас он, конечно, они просели нормально в цене. Но вот я покупал за 2 недели до окончания, ну, минта, то есть досыпания токенов, тоже отдавал $60. Вот таких у меня таких вообще куча. Помните, у меня 25 штук таких сижу, я не знаю, блядь, что с ними делать. Когда они там уже вырастут в цене. Вот, $10, то есть, ну, тоже легкие, ничего не нужно делать. Купил, продал NFT. И если в сети биткоина там хотя бы комиссии были по доллару, по полдоллара, то тут 20 центов. Все, ребят, я думаю, с этим понятно. Еще раз, Зека Бридж, бриджанули эфир в сети OPBNB, BNB-шки с сети BNB бриджанули в сеть OPBNB, зашли на Element Market, ссылки оставлю на все в описании под видео и в телеграм-канале, конечно, тоже же будут. Вот, зашли, купили одну NFT в коллекции, продали ее, все, участвуйте в минте пассов. Изи. Теперь давайте проведем розыгрыш и определим победителя $15. Значит, вот у нас есть видео, лог, играю, зарабатываю, $15 в день и $15 я разыгрываю. Нажимаем открыть, загрузить данные, 24 лайка, 24 комментария. Выбрать случайный комментарий. Залетел тоже по новой сам в шоке, что не соскамились. Просмотр и лайк, и коммент чисто для поддержки бро. Видео смотреть для себя смысла не вижу. Виталя, очень-очень плохо, что ты не видишь смысла смотреть видео. Ведь как мы поступим? Чисто для поддержки бро. Вот он не посмотрел видео, а всегда лайкает и ставит комментарий. Но в розыгрыше участвовал. В общем, ребята, я не знаю, пишите, как мы поступим с человеком. Он даже не знает про розыгрыш. Ну, соответственно, мы будем выбирать или будет рерол, чтобы, ну, человек знал. Вот. Все, Виталий, я тебя поздравляю с выигрышем. Отпиши в комментариях. Кстати, вот какая тема. Если ты не посмотришь это видео, то ты, наверное, не узнаешь, что ты выиграл. Поэтому пятнашка пройдет просто где-то рядом. Все, ребят, на этом у меня все. Еще раз напоминаю, все ссылки будут в описании и в телеграм-канале. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал, потому что туда всегда идет самая топовая полезная актуальная информация. И по-любому, хотя бы один аккаунт, я больше одного сам не буду делать, потому что их, если что, можно будет наминтить с рынка. Один аккаунт выполните. 40 центов на все про все потратить, но залутать можно пару соток, либо какой-то дроп и так далее, и так далее. Да и просто активность на элементе, потому что вот-вот, но там будет дроп, и они могут насыпать. Все, ребят, всех обнял, приподнял, всем профита, всем спасибо, всем пока.